Работы по ремонту путепровода на улице Есенина идут с первой половины мая. А то, что водителям и их пассажирам часто не видно группу рабочих из окна своего автомобиля, говорит о том, что сейчас очередь как раз под мостового сооружения. Они будут менять каждую балку и будут менять каждую опору. Как я уже сказала, они будут разбирать разрушившийся цемент, будут доходить до металлических конструкций, будет проводиться антикоррозионная обработка металлических конструкций, а затем уже восстановление защитного и опорных слоев. И опять же повторная обработка. И так будет с каждой балкой. Уже через неделю рязанцам и гостям города придется предусмотреть альтернативные пути объезда. Основные изменения общественного транспорта возьмут на себя улица Маяковского и площадь Мичурина. Порядка 7 маршрутов будут пущены по другой траектории. С новым расписанием и остановками можно ознакомиться на сайте администрации города Рязани. Таким образом, с 1 июля по 31 августа включительно движение по путепроводу по улице Есенина будет полностью перекрыто для автомобильного транспорта. В то же время для пешеходов будет движение по путепроводу открыто. И для них сейчас готовится пешеходный тротуар, который обеспечит полностью их безопасность при движении по путепроводу. Над путепроводом также полностью поменяют все слои дорожной одежды, а также восстановят продольные и поперечные швы, в том числе деформационные. Окончательная точка в ремонте будет поставлена осенью.